Друзья, рано утром все узнали о страшной трагедии. В Швейцарии во время отдыха при странных обстоятельствах пропала без вести советская российская актриса театра и кино Светлана Крючкова. Родственники потеряли ее из виду, когда возвращались в гостиницу, где они остановились. На данный момент уже полиция занимается поисками нашей актрисы. Ее мобильный телефон на данный момент отключен. Что произошло с актрисой, никто не знает. У нее при себе было немного денег, а также документы. Следите за нашими новостями, каждое утро мы сообщаем то, что творится в российском шоу-бизнесе. Не забывайте, что мы самый правдивый и самый честный YouTube-канал. До скорых встреч, будьте всегда с нами на связи. Подписывайтесь на нас, жмите лайки и нажимайте на колокольчик, друзья.